А, вижу его. Он там сверху стоит почти. Под самой крышей. Не убила. Убил одного. Это не тот. Тот был в шлеме. Хае на второй этаж. Если я сейчас убил его, это просто будет топ момент. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ты прибил, что ты говоришь, мимо куда? Да! Что ты сделал? Хочу порекомендовать вам канал Gobster Play. Он создает полезные видео по Тарку. На канале вы можете найти гайды для новичков, такие как способы заработка, как перестать бояться игры, разборы боеприпасов. Также он помогает с подбором комплектующих ПК для Тарку. Мне лично он помог разогнать оперативку без последствий. Заходи, тебе понравится. Ссылка будет в описании под видео. Пэшка, но я не понял, где же это. Тангуска, по-моему. Я по жопе верта прошел. Угу. Я на телефоне. Меченая есть. Ой, толпа вмеченная, Мэтт. Толпа, иди. Слышишь, да? На первом этаже бегает. Вижу. Уходит на Тетрис, много, Тима. Через пролом. Одного убил. Хорош, пробую снаружи. Они вышли, нет? В боковой комнате. Дал гранату туда. С эмкой. По-моему, убил второго. Еще есть. Да, второй минус. Третий минус. Дал туда град. Если в коридоре будешь говорить. Выхожу в коридор. Угу. Да, дам гранату туда, где ком. Ты на второй вышел в коридор? Не, я в коридор сейчас выхожу. А, вот вижу, да. Чекаю комната. Ну, вроде все. Ты через мечную проходил? Ну, я не по низу шел, я через улицу. Надо бы мечную проверить еще. Твою мать, это лцушками. Да-да, это я по тебе целюсь. Ну, мне кажется, они залутали и бежали на Тетрис просто. Я вниз спускаюсь. Оружие более стильное, посмотрю сейчас какое-нибудь. Анонка, по-моему, у кого-то была. Да. А ей? Открыто, кстати. Все, я забрал своих. Сколько? Второе получается? Угу. Тетрис может посмотреть и пойти на бункера. А, тут только синий лазер. Окей. На третий поднимемся. Сервера такие. Кто-то бежит по плацу к нам. Будет подниматься с этого. Ну ты понял. Пристрою. Да. Минус. Не поднялся, видимо. Нет, он с главного решил зайти.
по мне. Только откуда, не понял. Со стороны тетрисов, из кустов, наверное, где-то. Сейчас попробую прочекать. Это друг, скорее всего, его. Они с этого ли? Жопу думаешь? Звук какой-то странный был, как с улицы. Что еще раз? Ты с теплом или нет? Да. Вижу его. Где? Он, ну, это сидит. В будке? Нет. Но, где? Флаг, я же сказал. Ты не сказал. Я что? Блин, значит, я не дожал кнопку. Флаг. Где он? Слева, справа, все? Да, справа сидел, пикался. Сори, я кнопку не дожал. Под этих... Блин, как их? Владей. Левый, правый. Пойдем, почекаем. Тут не про лут, а на юсек. Может, его боты прибрали? Ща, гляну. Да, его глухарь убил. Понял. А глухарь, значит, у нас где-то на складе. Да. По мне? Снизу где-то сидит. Если видит меня. Граната! Пушит, походу. Справа еще одна. Дал. А я прям со мной! Живешь? Да. Нормально отошел. Он точно их кидает. Дядя-то не один. Да, не один. Я между бункеров. Подходит. Бил одного. Я слева контроль. Дам тоже хаешки в ту сторону. Ты? Да, бот. Иду. 54-й юсек с валом. Новых наушников. Где же болтов, по-моему, работало? Ну, тут мосинка есть еще с оптикой. Глушенная. Да, глушенная. Но по мне, по-моему, что-то типа СКС-ки, либо СВД-ки глушенные работало. Казалось, там болтовка сработала. Не, он прямо так чик-чик-чик, как бы клацал по мне. Мог слава одиночками, кстати, работать? Ну, мог, да. Хороший рейд был. Да, бодренько. А мне где-то не пролутанный этот. Оказалось, что Мэтт взорвал там одного гранатой. Но мы об этом не знали, поэтому он остался там так и лежать. Один из них. Я на камнях шагом. Да, он у сейф, он заходит, сейф правый. Лутает его. Залутанный. Вышел. Не вышел еще. Теперь вышел. Дал ему плюху. Дал еще. Убил. Тут три еще есть в левом. Понял. По-моему, убила. Встала. Нет, я его убил. Смотрите, Петерсон. Сейчас посмотрим. Побежал. Ну, в левом ты убил, Ань. Если что. А, ну вот, я сейчас спросишь. Так я про правого. Апатия, 100% апатия. Да. На стоянке! Да ёпты, колючка, не ешь меня! Все, мне хана, походу, у меня стамина 0. А может и нет. Бегу. Одного убил.
Стоянка это между КПП и бункером? Да. Хожу. Лежит. Где именно? Где ты, где он? КПП. Белое КПП, да? Да. Тебя вижу. Ты по мне целишься? Убили. Убил его? Нет, я меня убили. КПП ранил. Белое. Блять, он там в этой... В колпаке, блин. Вообще был ты больше. Ты одного убил тут, кстати. Тихо. Он справа от него, с вашей стороны, я слева. Где-то в кустах, походу, залег. Не вижу его. Не вижу, он где-то в кустах лежит. Я тоже в кусты упал, кстати. Ты прям открыто упал. Ты у забора прошел, да? А, вижу его. Хит. Меня здесь. Убил. Все, я ушел, там раскидайте меня, пожалуйста. Давай, давай. Длительный какой-то точно, а? Пробил, короче. По ладьям, скорее всего, засели где-то. Я обратно на... А мне с КС. Я даже не выстрелов не слышу. Тушен на СКС. Либо депо, либо за депо. Да, второй этаж депо, где ключ спавнится. Он вон умер, да? Не знаю. Но я ему дал плюху. Ему там очень плохо. По мне, изнутри. Что двое? Гранат нет. Не торопись туда. Есть чеки? Да? Где-то на первых этажах там. Раз он меня видел. Прыгает один. Между где-то. Ладьями пробегаю. Аккуратно тебя могу смотреть, то есть. Хилится. Один хилится на второго этажа где-то. Значит, он выжил. Нечего кинуть мне. Подбегаю к красной КППшке, да. Которого складов и води. Шумулю. А, вижу его. Он там сверху стоит почти под самой крышей. Не убила. Убил одного. Это не тот. Тот был в шлеме. Хае на второй этаж. Если я сейчас убил его, это просто будет топ-момент месяца, блин. Ты по дереву. Да-да-да. Нравятся такие видео? Подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующее. Кстати, пишите в комментариях, с каким оружием вы бы хотели видеть следующий ролик. Я с другой стороны займу.
вроде все, слушай. Заходи. Давай по штурму, хорошо? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Гранаты прибьёшь, ты говоришь, мне ниоткуда. Да! Что ты сделал? Я попал по нему. У него тепло, кстати, было. Так что ты сделал? Квикскоп, походу, сейчас. Так, просто квикскоп с ремингтона, блин, пока он прыгал там. Он подпрыгнул, короче, я ему дал сразу выстрел. О, этот с винторезом по мне щелкал. У него еще СВ-шка с оптикой, винторез. Нормальный поток, пацаны, конечно. Пистолетчик там. Бил. Ну реально с Макаром у меня пытался подстрелить. Гений, конечно. По дереву, в КППшке, в самой. Понял. Дырку в это не видно? Прям в этом. На втором, на втором, да-да-да-да, я знаю. Постреляй в воздух. Он попал по нему. Да в воздух, не по нему. Я не хотел. Чем ты напугал его, бля? Бил? Еще одного убил. Летело сейчас? Это я убил. Ты внутри? Да. Ёптить, а где? А куда? А ты верхнего убил, да, тоже? Или верхний уже а успел он, в комнату спрятаться? Провалился? Он провалился через текстуру. А, вот. Нормально. Тут у меня очень опасно получил. Справа? Второй этаж ушел налево, но он очень раненый. Ага. Это твоя лестница ближайшая. Да-да, я понял. Фулка. Я видел, что там что-то. Я ему хорошо попал прям. Хромал. Один ли он только? Хеклер. 35-й бесклановый. Ты что ли, блин? Там все подряд у него. До веса просто сбавить чуть-чуть. Шар, шайтан, шар. Прям, прям в куполе. Сейчас. Вижу. Убил. Хорош. Вот походу вот и глушитель, который стрелял. Да, может быть. Моя флеха. Ну, такой себе, садарка, он тут что-то забыл. Он перепутал. А, он пролутанный, он пролутанный. Я ему в макушку попал, здесь садарку выкинул, а его пролутал. Трисок тоже есть. Пацаны, а, это босс к тебе забежал. Вот тебе зашел. Ходит, ходит по Тетрис. Даш, не понял, знаешь, что это? Сейчас прыгивать будет, кажется. Ну, прыгай, ёптать.
О, пикается. Хит с оружием. Дал ему второй. Возможно, мертв. Там еще, по-моему, слева есть. Пристрою не точно. Нет, он живой. Нет, давай вернемся. В центре, да, где-то? Прям над левым проходом. Ну, над левым. Не заходи пока. Тихо, я уже зашел. Я грянул. Комнату отбежал другую. Двое. Думаю. Не мешайте, не мешайте. Пять секундочку. Один минус. Один в правой комнате. Я от центра. Дошла. Нет, они. Ты по нему, да? Убила? Да. Да. Кто у меня еще из пристроя? Я на пристрое, я. Все. Я на жопе верта. Хани взяла, забрала у меня фраг, прям красивый. Я хорошо стоял, я не смогу сдержать. Стрелял вроде. На. Те где? Человек. Прям левая ладья, вход в гора. Убил? Я пушу церковь. Вепрь по кому? Мне. Убил. Я его контролю. Убил. Правый убил. Крена не взорвалась. Правый убил, да? Да, он стопал в спину заходил. Я в среде огня опасно. Не убила. На улице? Нет, внутри. Все внутри. Ага. Может быть даже трое. Аж один запрыгивал. Сейчас, не торопись. Я не услышал, где Дима вообще. Я вот вокзал этот, я вышки это. Точек меч найду. Короче, у него все, мне здесь только. Нет. По будочке. Одного убил. Вмеченный. Фастем. Еще должен быть. Один должен быть голый с каким-то оружием. Убил одного? Я зашел. Ой, Игорь, не лагай. Чисто. Туалетчик. Не постел. С какой стороны от тетрисов, Мэтт? Черт, верта. Я подхожу к КПП. Сейчас отсюда посмотрю. Я, может быть, его потерял, что он выбежал отсюда, но он, по-моему, просто лежит так. А где он был? Прям в комнате вот и? Прям в комнате двое они были, одного я там убил. Сейчас посмотрю. Второй словил две в грудь 761 и пережил. На бунте это занимается. А, убегают они в мою сторону, Мэтт. Сейчас я их поймаю. Двое. Один минус. Да еб твою мать. Не дергайся. Не особо. Даже хочу посмотреть. Хуяр, медведь! Вы же по забору идут? Я хоть послушаю. Сороковые уровни. Они его раскидали где-то. Тут с трифуга это. Да, скорее всего раскидали. У них нет с собой его лута. Значит, где-то. А ты его на каком этаже убивал? Прям в комнате. Так, какие-то выстрелы. Меченки.
Пойду посмотрю. Он тупо вбился в стену, я не знаю, он сначала убивался, но теперь его нет. Ну, это не первый раз там уже эти шаги постоянные на месте, значит там они и качают силу на резерве. Фулка, меченый. Бил. Ты жив? Да. Да, я был. Прямо в меченый был практически. Ты убил его или нет? Да, убил. 42-й. С мечники и пришел тут ящик патронный. Поднимайся. На выходе. О. Где? Депо. Либо меченое крайнее. Но это из здания, но такой звук странный. Да, на крыше депо. Фулка с теплом. Убил. Блин, ладно, он смотрел на меня. Ага. Вряд ли один. Нет, не один. Он с МИА был. Настрелял что-то такое. Калаш. Иду к трехэтажке кирпичной. Я почти прошел тунгусский, да, сейчас комичек. Бежит меченку. Убил. Я в огне опасно, да пошел. Ты на бункере, да, что-то начал? Да. Надо депо с вашей стороны зайти. Я захожу. Я с другой стороны, с противоположной. Я справа, мэн. Тут дверь на крышу открыта, а так... Нет. Вот бот, который поднял. Хорош. Вышел, да, сидел? Ага. Еще один минус. Где? На балконе. Ты у вас с болтовки, что ли? Ты, я все с болтовки. Псих. Просто в упор, блин. Еще кто-то бежит со стороны трехэтажки кирпичной ветки. Бот, наверное. Бот. СВД у него с прицелом. Вот пачка, про которую мы говорили. Четыре морды сидит здесь. Я на крышу полез за теплаком. Так, а это рейдер? Или рейдер, или свита. Аккуратно. Дуюшника убил, кстати. Кого? Китайчик. Дую. Ну да, это тоже похож на китайчик. Глаза узки. Ну да, я работаю. Ник. А, тут калаш у него еще есть. Хороший, да. 74М-ка. Есть место у кого-то? Да, у меня есть. Заберешь? Ты сейчас работал. Я. Давай заберу. В тетрисах все еще? Да. Сейчас я в жопу верта поднимусь, прочекаю. Двое. А там дерево. Отлично. Блин, не вижу. А, ты там дерево везде.
Я крадусь. Нет, ты крадешься, понял. Тебя очень сильно было слышно. Кто прыгает у кнопки? Я на сервере. Кнопки не мы. А, на сервере, да. Ни единого засвета нет в Тетрис. А, есть на первом этаже. Левый вход, слева окно. Да-да-да, фулки реально. Ох, игра залагала. Не понял, убил или нет. Первый этаж от тебя лево, правильно? Левый вход, да. Первый этаж вот слева комнатки. На второй поднимается. Что-то у меня ощущение, что в сервере... На третьем... Убил? Да-да-да-да-да. Сейчас еще в тепло посмотрю. Моя. Я рюкзак в серверах скинул. Ты на первом, Мэтт? Нет, 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 убивай. Он на первом в ванной комнате. Поднимается на второй. Я спал. Там два. Отходи вверх по этажам, я их встречу. В окно. Одного убил еще. Угу. Он на первом этаже был. Да, да. Это не по тебе, Мэтт? Нет. Двое еще. Один на второй поднимается. По мне, второй бот. Сорян. Сказал бы, что... Они в комнатах серпов. Один я, слева, я тебя просто выходил. Один слева, один справа, да. На втором, да? Нет, на первом. Первом. Не уходи. Ты можешь в окошко левую кинуть? А взрываться? Слева от тебя. В ванной комнате остался. Понял. Я работаю. Гранат нет. Там какой-то засвет был. Я убил там. Застой, Мэтт, можешь под контроль тебя грену закинуть? Давай. Сейчас, только попади. Убил? Да. Еще. Прикрой грену. Грену кидаю. Закинул, отходи. Убил. Все? Ну, по идее, да. Сколько вы убили там? Пять. Я троих. Я двоих. Хорошо. Как мы их пропустили? Вот откуда они пришли? Расскажите мне. Ваши теории. Мы тут все прочистили, ушли на бункеры, да? Пусты? Не я. С какой стороны? Прям под этим. С главного входа, где я заходил. Ты жив? Да. Я не хочу на него. У меня в будке с гербом бот. Типа сцена. Ты под ней бегаешь, да? Да. А, я убил его. Все. Медичка кто-то убежал. У нас еще кусты были тут. С стороны медички аккуратно. Держи. А, вот этого еще я, да. Этот в чем был? О, этот вулканик. Вулкан. Броник 6. Я, наверное, свой так сейчас скину. Вулкан я, значит, и видел. У него этот фильтр FP100, если нужен кому-то. Если тебе понравился ролик, подписывайся на канал и вступай в нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропустить новые видео.